Комфортные условия проживания для ямальцев создаст новая программа. На Ямале принята адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2013 год. В документе прописано 92 жилых дома. Это так называемый основной перечень. Он определялся муниципалитетами, исходя из степени износа, технического состояния и иных характеристик жилого дома. В итоге в комфортных условиях заживут еще 8 тысяч ямальцев. Общая стоимость региональной программы капремонта превышает 615 миллионов рублей. Из них львиная доля средств, более 500 миллионов рублей, выделяется из окружного бюджета. Отличительной особенностью новой системы станет открытость и прозрачность. Наша задача не просто организовать починку жилья, а создать логичную систему проведения капитальных ремонтов на длительную перспективу. Для того, чтобы свои средства безопасности вкладывал гражданин, чтобы приходил инвестор, надо распланировать и просчитать работу на длительную перспективу. Кроме того, по своему опыту знаю, что главный вопрос жителей к системе ЖКХ – как и на что расходуются деньги. Поэтому новая программа открыта и доступна. Заявил первый заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Янао Ахат Мурзакаев.